магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в виде обзоре профессиональный набор инструментов от компании «Ханс». «Ханс ТК-95» на 95 предметов. «Ханс» делает профессиональный инструмент, хорошо знакомым мастерам автосервисов, на предприятиях используется и также автолюбителями. Производится инструмент на острове Тайвань. Инструмент компания «Ханс» производит с 1973 года. Ну, а теперь к нашему набору. Поставляется набор упаковки из картона. Здесь полноценный ящик. Информация на упаковке. Комплектация указывается. Два рабочих квадрата. 1,4 и 1,2 дюйма. Lifetime, пожизненная гарантия на инструмент «Ханс». Также показывается, что крышки кейса разъединяются и можно использовать как ложементы в инструментальных тележках. С обратной стороны модельный ряд набора инструмента «Ханс», который вы можете еще подобрать. Прокладка, которая используется между двух крышек. Здесь она качественная. И также есть комплектация набора, на ней указывается. Начнем с трещоток. Трещотки с мелким шагом, 72 зуба. Реверс. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка полностью пластик идет, твердый. Длина трещотки 260 мм под 1,2 дюйма. Маленькая трещотка, длина 150 мм. Трещотки разборные, но здесь нет винтов, а просто вытягиваем пластину снизу и вытягиваем трещоточный механизм. Также есть ремкомплекты для трещоток, поэтому кому нужно, допустим, трещотка пролетела, можно заменить механизм. Весь инструмент в наборе имеет свой номер по каталогу, будь то ли трещотка, или удлинитель. По этому номеру вы можете найти в каталоге «Ханс», допустим, трещотку или вороток. Это удобно тем, что если вы вдруг, допустим, потеряли что-то по номеру, можно найти такую же самую трещотку в каталоге. И это указывает то, что инструмент у вас оригинальный. Трещотки 72 зуба. Удлинители. Два удлинителя 125 мм и 250. Это под квадрат 1,2 дюйма, под большую трещотку. Под маленькую один удлинитель в наборе 100 мм. Под маленькую трещотку. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка пластик, можно подключить сюда трещотку сверху или удлинитель. В наборе вы можете применять ее через переходник, вставляем переходник, подбираем нужную биту, получаем отвертку, или можете использовать с головками под квадрат 1,4, это если где нужно подлезть в труднодоступных местах. Т-образные воротки. Два воротка под 1,2 и под 1,4 дюйма. Сам этот ползунок, квадрат, на который одевается головка, здесь видите черного цвета, это хромолибденовая сталь, то есть усиленная в комплекте. Длина воротка 300 мм под 1,2 и под 1,4 110 мм. Так, два карданчика, кардана, 1,2 и 1,4 дюйма. Карданы здесь скреплены заклепками, то есть они не разборные. И видите, внутренняя часть, она черная, также усилена хромолибденовая сталь. Головки. В наборе шестигранный профиль, головки короткие, под 1,2 дюйма, под 1,4, и видите, здесь есть небольшой набор, это головки длинные. Начнем под 1,2, с 1,2 дюйма, общее количество головок 14 штук. Самая маленькая у нас здесь 10 мм идет, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 245 грамм. По надписям 32 мм, логотип, надпись «Ханс» и номер по каталогу.
Головки под 1,4 дюйма. 14 головок. Самая маленькая здесь 3,5 мм. 3,5, 4, 4,5. И самая большая в наборе на 14. Это под 1,4 дюйма. И головки длинные. В наборе 3 всего лишь головки длинные. По размерам 10, 13 и 8. Вот квадрат 1,4 дюйма. И две свечные головки. 16, так, 21 мм и 16. Внутри есть резиновые вставки. Набор бит. Биты у нас идут в таких тумбусах, они из набора вытягиваются. Можно использовать шуруповертом. Шуруповертом их общее количество бит 30 штук. Шлицевые, торкс с отверстием, торкс обычный, шестигранники, крестообразные. И опять шлицевые. Адаптеры. В наборе вот такие есть адаптеры. Адаптер под шуруповерт, адаптер под бит магнитный. Можно использовать шуруповертом или как удлинитель к отвертке с реверсом. Дальше я покажу ее. И адаптер также под биты, для того, чтобы использовать с трещоткой или с отверточной рукояткой. Я показывал уже ее. Вот она. Четыре адаптера в наборе. Вот. Отвертка. Вот такая отверточная рукоятка с реверсом. Переключение вправо-влево. Магнитная. Вставляем сюда биту. Можете удлинитель также включать. Или вот адаптеры, которые идут в комплекте. Крышка. В верхней крышке отсек есть под биты или под удлинители. И набор ключей комбинированный. Общее количество в наборе 16 штук. Размеры 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И самый большой у нас ключ 22 мм. Ключи полностью глянцевые, без каких-либо насечек. Здесь только указывается размер ключа. Указывается, что это хромованадевая сталь, номер по каталогу и логотип Hans. Они все глянцевые полностью. По комплектации набора все. Материал изготовления инструмента хромованадевая сталь. Инструмент полностью весь глянцевый. Защитное глянцевое покрытие нанесено. Кроме головок, потому что нижняя часть головок идет матовая. Кейс темно-зеленого цвета. Внутри кейса на верхней крышке также логотип Hans с указанием артикула ТК-95. Замки. Как было показано на фотографии на упаковке, я показывал, что эта часть разъединяется и используется как ложементы. Соответственно, и замки также здесь съемные. Их можно заменить. Легко снять, легко ставить назад. И замки, кстати, продаются запасные. То есть можно докупить. Гарантия на инструмент Hans пожизненная. Напомню, за подписку на наш канал, за оставленный комментарий, при заказе мы делаем дополнительную скидку. И теперь габариты кейса. Вес набора 8,6 кг. Ширина кейса 45. Высота кейса 9 см, длина 37 см. Спасибо за просмотр нашего обзора.
Кому понравилось видео, ставьте лайк.